Ребят, всех приветствую себя на канале Мир Биткоина, и сегодня хочу вам сообщить радостную новость о компании Multiversum. Сегодня, буквально через 11 часов 7 минут, стартует главное ICO продажи токенов Multiversum. Напоминаю, что SoftCap успешно завершен, собран, в принципе, все необходимые средства, которые были поставлены за цель 5 миллионов долларов. В сегодняшнем видеообзоре мы с вами поговорим непременно о ведущей четвертой промышленной революции Multiversum Payless Blockchain Futures технологии четвертого поколения. Напоминаю, что команда Multiversum вернулась со знакомых оснований, с Лондона, и там их было двухдневное мероприятие на выставке Olympia Blockchain Expo, которая стала свидетельством лучшего сообщества криптологов. Основатель Multiversum Андреа Тани привел мировой класс к раскрытию революционной технологии четвертого поколения блокчейн для восхищенной аудитории. Предоставляя, в принципе, идеальный синтез трех разных поколений технологии блокчейн, Андреа продемонстрировал новаторскую революционную систему передачи данных Multiversum, которая облегчит неограниченное соединение между данными и децентрализованным хранилищем на цепи блокчейн. Multiversum также может похвастаться сбором данных устойчивой сетью, в принципе, с узлом восстановления, автономным и иерархическим распределением вычислений между кластером, биометрическим вводом и новой моделью консенсуа, основанной на криптографическом доказательстве кода сервера. Это Proof of Entergy Pool. Это позволяет обесценить, в принципе, обеспечить беспрецедентную скорость за 2 секунды на транзакции, экологически чистый след, масштабируемость пропускной способности и еще множество функций, которые я вам также предоставляла в предыдущем видеообзоре. Аплодируемая аудитория, как то, что может быть когда-либо мечтать о таких, в принципе, идеях, о таком бизнесе, о таком учреждении. Поэтому Multiversum был на переднем плане многих дискуссий с представителями правительства, которые стремятся интегрировать технологию блокчейн в свою инфраструктуру. Одна из парламентских групп даже поручила им создать техническое предложение по использованию Multiversum в качестве технологии для системы голосования. Это предложение будет представлено, в принципе, парламенту в первом квартале. Вот. И ожидается, что к июню он будет принят в закон. Команда также смогла объединить более чем 20 блочных стартапов ко всему миру. Вот, и заинтересовала в использовании Multiversum в качестве инфраструктуры для своих разрушительных решений. Подпитываясь, в принципе, интересом и позитивным результатом данной лондонской выставки, которая была более 1000 листовок, распределенных менее чем за 4 часа, более 400 заинтересованных клиентов и более 50 совместных контактов на разных секторах. Поэтому неутомимая команда Multiversum применила к физическому подключению, к сообществу и будет участвовать в будущих Roadchain, которая производит знакомство с сообществом и ожиданиями от проекта под названием Multiversum. То есть это единственный способ, который также может быть продолжат формирование будущего блокчейн. В принципе, хочу сказать, что также представлены в серии основных этапов интерактивных панельных дискуссий и тематических исследований на основе решений London Blockchain Expo фокусируются на обучении и установлении партнерских отношений между ведущими брендами и разработчиками в появляющемся пространстве блокчейн. Это позволяет заинтересованным сторонам исследовать отрасли, которые должны быть прерваны технологией блокчейн, и представить, конечно, нарушение для мирового сообщества, как революционная блокчейн компания Multiversum. Она обращается, конечно же, к основным проблемам и узким местам текущих блокчейн, которые возникают из-за того, как хранятся данные. Традиционный блокчейн хранит данные в линейной цепи, что не только не является оптимальным для хранения гетерогенных данных, но также значительно влияет на производительность из-за присущей необходимости последовательного доступа к данным по этой цепи. Поэтому многогранная блокчейн-цепь Multiversum позволяет хранить данные на основе реляционной структуры и оптимизировать производительность через разделяемые сети, что приводит к очень большой скорости за транзакцию.
В принципе, хочу сказать, что в преддверии первой продажи токена, которая стартует вот-вот, я сказала, через 11 часов, то есть 1 мая, команда Multiversum с гордостью объявляет о выпуске своего исследователя блокчейн на обновленном веб-сайте. Теперь вы можете сканировать и проверять любую транзакцию и адрес непосредственно из любого браузера. Как вы видите, команда действительно развивается, проводит все возможные конференции, все возможные собрания для только лишь того, чтобы процветать с каждым моментом и усовершенствовать то, что есть у них на самом деле и сейчас. Поэтому непосредственно ознакомьтесь с компанией, присоединяйтесь к группе Telegram и, в принципе, изучайте все моменты, которые касаются данной компании. Действительно, блокчейн – новая технология, компания становится только лишь лучше. И напоминаю, что ICO стартует через 11 часов и 1 минуту. Что ж, всем хорошего дня и вечера, всем пока!